Подрядчик, который занимается капремонтом улицы Александра Невского в Симферополе, сдал первую очередь работ в конце сентября. Людям понадобилось всего несколько дней, чтобы найти повод для возмущений. Им стали многочисленные люки, то торчащие, то проваленные под асфальт. Верхний слой асфальтобетонного покрытия еще не уложен, вложены только выравнивающий и средний слой. Поэтому, когда будет уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия, разумеется, все люки будут вровень с асфальтным покрытием. Поэтому сейчас пока это не законченная работа, естественно, будет все ровно, аккуратно для удобного передвижения наших граждан и автолюбителей. Укладка финишного слоя намечена на середину-конец ноября, когда подрядчик закончит ремонт всех трех очередей на Невского. Власти предполагают, что работать будут по ночам, чтобы снова не перекрывать улицу. Впрочем, это еще нужно согласовать с ГИБДД. Другой вопрос с ведомством уже рассмотрели. Пешеходных переходов через улицу Невского на Пушкина и Серова больше не будет. Это и по нормам безопасности, и по пропускной способности транспорта будет более удобно, в том числе и для автомобилистов, и для граждан. Он будет посередине между бывшими двумя пешеходными переходами. Он будет достаточно удобно, думаю. Прежние пешеходные переходы серьезно замедляли движение. В случае с улицей Серова пробка образовывалась, когда водители пытались выехать налево, на Невского. Особенно, если на светофоре загоралась пешеходная фаза. Переход на Пушкина, помимо затора, вызывал еще и опасность для людей. Никита Егоров, Артур Хороший, служба новостей ИТВ.